Итак, здравствуйте. Мне задавали много вопросов, как сделать самому комикс. Сегодня я буду отвечать, ну и покажу вам, как сделать комикс для на Windows XP, Windows Vista и Windows 7. Открываем Paint, все равно какой версии. Видите, у меня что-то стоит. Так, ну делаем примерно вот так. 500 пикселей на 500, там, приблизительно, даже побольше, может. Вот. Ну так, вставляем фейсы, если у вас они есть. А если нет, просто скачайте там. Могу ссылку скинуть. Вот, например, вот так. Берете там. Вот такую штучку делаем. Ну, если вы такой комикс хотите, конечно. Но я сейчас неровно сделаю, но какая в жопу разница. Так, эту херню. Сейчас вот эту тупуйцу покажу. Так, думаю, вот примерно такое. Не делайте только на весь экран. Если вы будете делать на весь экран, у вас ничего не получится. Будет все смазано там. Поверьте. Так. Ну, например, вот это. А, да, то есть. Сейчас я покажу вам текст. Ну, например, берем вот такую фигню. И вот тут пишем текст. Вот. Так. Ну, я ничего писать не буду, потому что идей что-то нет. Так что. И вот тут какую-то хрень тоже поставьте. Я не знаю, какую. Там, например, вот эту хрень. Ну, короче, все. Вот, вот комикс, конечно, без смысла. Но если вы придумаете какую-то хрень, конечно, вы сможете. Ну все, спасибо за просмотр. Это была страница Sex Troll Face. Подписывайтесь.